Всем приветики и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Анна. Ну что, пустые баночки, бытовая химия за май месяц. Поехали. Первое. Закончился ГРАС. Хорошая бытовая химия для туалета. Именно мятная сила. 750 мл. Нет такого сильно выраженного аромата, но со стойким налетом, известковым, хорошо справляется. И мы использовали только именно для туалета. Нам понравилось, будем повторять. Бытовая химия ГРАС отлично работает. Так, закончился для мытья пола. Он что-то долго у нас заканчивался. Хоть мы часто моем полы. Покупала его на Валберес. Здесь у нас ровно литр. Оставлю ссылку на него. А морской аромат такой вот свежий. Не требует смывания, никаких разводов, не содержит хлор, делает Германия, экопродукт. Возможно, эту серию буду повторять, как и кондиционер. Хорошая марка, ссылку оставлю, долго говорить не буду. Так, бюджетные картриджи и сменный фильтр вы можете купить в Ашане. Марки каждый день, тоже делает Санкт-Петербург. И я даже посмотрела Аквафор, что ли, производитель. Просто под марки каждый день. Я не вижу смысла переплачивать фильтры, ну я имею в виду эти 500, 1000. Мой любимый Босс. Не везде есть, но Магнит Косметик есть, в Ашане в нашем нету уже как год. Ну, как вижу, его покупаю. Справляется с разными пятнами, с кровью, с жирными, ну, с чем угодно. Вот. Можно стирать 90, 50, 30 без хлора. Надолго хватает, 200 рублей стоит. Кто-то любит порошком, я люблю больше жидким. Закончился любимый теперь мой кондиционер Faberlic. И это у нас серия детская, но аромат шикарный. 500 мл, 11856, розовый бархат, я не знаю, как называется. Я его обязательно буду повторять. Конечно, цены кусаются. Я большинство его использовала на постельное белье, полотенце, вот что-то такое. Потому что, чтобы аромат стоял насыщенный. А так у них, ну, 500 мл 160 рублей. А кондиционеры летят сами, знаете, стирка тоже много. Так что заказывайте Faberlic, Faberlic нас выручает. Так, следующее. Закончился освежитель воздуха. Покупали в Светофоре. Вот такая вроде, да, баночка там. До 70 рублей она стоила. Ну, конечно, непривычно, что вот такой, да, дозатор. Но он нам хватил надолго. Я не знаю, на месяцев 6. Хоть мы брызгали, ну, не знаю. Он не заканчивался, не заканчивался. Аромат обычный, горная свежесть. Так что... как бюджетный вариант. Пишут, что на 2 месяца нам хватило вообще даже на 4, на 5. Так что берите в Светофоре. Периодически берем стельки. Вот эта марка Happy Food Fix Price нас выручает для спортивной обуви. 59 рублей. Белый, серый, черный. Есть даже подороже. Ну, с такой для пятки. Так что... пишите, где вы стельки берете. Следующее. Закончилась паста Локалю. Тоже брали в Светофоре. 70 рублей она стоила. Хорошая паста. Хорошо очищает. Снимает налет от чая, кофе, если вы его курите. Девственное свежее дыхание. Маленькая упаковка. Базовая. Вы знаете, Локалю сейчас стоит 300 рублей. Со скидкой. Так, закончился... лесной бальзам, вот такой большой ополаскиватель, именно минералы морской соли. Сейчас это модно, я так поняла, что в ополаскивателях, что в зубных пастах вот эта соль. Ну, необычный вкус, мне понравился, буду повторять, именно ягодный вот этот. Так, закончилась, ну не закончилась, она осталась, вот такая для мытья посуды из нержавеющей стали, вот такая мочалочка, мы часто ее берем, ну на месяц ее хватает. Периодически меняем, потому что она теряет форму, накапливает всякий жир. Так,
Периодически берем, сейчас опять начали брать освежители туалета, марки каждый день, 23 рубля, на полторы недели хватает. Вот. Свежесть, пена, говорить долго не буду. Так, закончились обычные белые салфетки марки Ашан, хорошие, плотные, не слишком рвутся и даже впитывают, и красивые, можно на стол положить. Так, следующее, закончились салфетки. Давайте начнем вот с таких. Я их периодически беру. С ромашкой, антибактериальные. Ну, с ромашкой это более нежные. С алоэ вера 16 рублей. Очень нравится, хорошо пропитаны, без спирта. А антибактериальные что-то вытереть, протереть с собой. Шикарные салфетки. Я их даже на дачу беру. Так что марка каждый день нас выручает. Это более тоже бюджетные, с ромашкой. Эконом, не содержит спирта, но они поменьше, тоже хорошие. Вот такие закончились Котте. Они из года в год в фикс-прайсе. Но они поменьше, тоже хорошие, не содержат спирта. Но, мне кажется, они не такие плотные, как марки каждый день. Так, закончилось перчатки хозяйственные. Они такие зеленые были. Из светофора, такие большие. С хлопковым напылением, ну, до 50 рублей. Размер М. Хорошие, не рвутся, не пропускают, я имею в виду. Руки у вас хорошо защищены. Вот. Так что, ну, я их уже выкинула, потому что у меня был один использование, потому что я там кое-что чистила, и просто их в следующий раз нельзя было применять. Следующее. Закончилась бюджетная туалетная бумага Зева Плюс. Прочная, она у нас получается, я не знаю, сколько тут рулонов, наверное, 12, да, двухслойная, да, 12 рулонов, периодически берем, хорошая туалетная бумага. Так, следующее, любимые наши бумажные полотенца, Папи, хорошо впитывают, один рулон как заменяет два, ну, как в одном. Хорошо простроченные, ну, долго говорить не буду, отличные. Так, и последнее, закончился вот такой спрей. Он продается и на Валберес, на Озоне. И это спрей от клопов, блох, от тараканов, от насекомых, короче. Для обработки 50 квадратных метров с экстрактом ромашки. 400 мл, очень хороший дозатор, не сильная душка, он с ромашкой. Если вы попрыскали, то на 15-20 минут у вас все должно быть закрыто. Ну, в том плане окна, балкон, форточка. Я не знаю, где вы применяете, может, вы на даче. Кто живет в Москве, тот знал, что было какое-то нашествие, я не знаю, именно березовых клопов. Но они безобидные, но вот они вот на москитной сетке, как у нас, сели. Иногда бывает, муха залетит, помогает, убивает. Так что... классные. Ну, берите лучше в Ашане, потому что на Валберес, на Озон, они 300 рублей вот этот спрей. Ну, дорого. Все. Вот такие были пустые баночки бытовой химии за май месяц. Надеюсь, вам было чем-то полезно, интересно. Лайк, подписка, хорошее настроение. И вперед! Лето началось. Всем пока-пока!